Всем привет, уважаемые подписчики, с вами Армак. Продолжаем анализировать мои старые игры, которые были сыграны давным-давно. Конкретно данную игру мы будем с вами смотреть. Здесь, получается, была игра на четверых, 2 на 2 команды. С кем-то я в команде и двое против нас. Будем по ходу разбираться, кто с кем. Я просто объявлю, кто играет. Я, то есть Армак, Мастер играет, Камнеруб и Убитый. Сразу стоит отметить, что Мастер и Камнеруб — это ребята были очень даже достойные на то время по сравнению с нами. Потом, наверное, на третье место можно было поставить Убитого. Он играл немножко получше меня, как бы там ни было. Ну и, в общем-то, я тут самый такой отстойничек. Играю за свой любимый оплот, сразу же отбиваю внешнее жилище эльфов. Самих эльфов тоже сразу же докупаю и начинаю закрываться. Мой союзник, понятное дело, за всем этим делом тоже наблюдает. И в случае чего может делать подсказки. Также мы можем перекидывать друг другу ресурсы, которые мы находим, ну и многое такое. Вот я быстро отходил. Вот передается на Камнеруба. Далее идет Мастер. Так, я, судя по всему, с Мастером, да, вроде в команде? Или нет? Данная игра проходила 14.07.2014 года. То есть с момента последней игры прошло, ну, порядка полугода. То есть, представьте, я на полгода уходил из героев, а тут вернулся. И сразу партия 2 на 2. Такой интересный момент. Ну, давайте смотреть, что из этого получится. Разведан там портальчик. Зеленый бегает. А, так я с Убитым. Ой-ой-ой, ребят, да нас тут раскатают вчистую. Не, мы с Убитым, конечно, этих ребят явно бы не потянули. Так, и это уже доигровка получается, да, на следующий день, 15.07.2014. И, судя по всему, мы решили играть заново, да? То есть ту партию так и не доиграли. Либо же у меня просто не записано, и мы ее слили. Ну, я думаю, там не особо интересно было. То есть понятно было, что Камнеруб, конечно, и Мастер обыграли бы нас, даже и глазом не моргнув. Так что решили там начать, судя по всему, новую партию. Ну хорошо, я играю за все тот же оплот. Есть хороший ударный стейк кентавров на старте. Эльфов тоже приличное количество. Есть чем воевать. Сам бой провожу не лучшим образом. Не расконтролил зомби, не отвел их вовремя. Внешнее жилище пегасов хочу выкупать сразу, и сразу это делаю. Ну, короче, то золото, которое нужно в первые дни тратить все-таки на скупку дополнительных героев, я начинаю тратить на абсолютно необязательные вещи. Доигровка, кстати, была у нас здесь ну, ближе к 11. Без 9.11 начинали мы вечером. Так что такая ночная партейка. С учетом того, как игры в то время затягивались, да и при том, как игры затягивались не только потому, что сами игроки ходили долго, потому что игроков много, представьте, вам надо ждать, пока походят все трое, только потом опять ходите вы. Никакого одновременного хода тогда не было, и никто особо про это и не мечтал. Играли с тем, что было. Такая вот классика. Так, отстраиваются гномы. Так, и переписочка. Я опять в команде с Убитым, да?
Ну, в общем, то, что я задумал, вы видите. Я как раз про это написал ему. Ну, как обычно, с прикольчиками. Переписочки ведем. Так, дальше Ивар у меня идет пробивать Пегасов. Что за шаблончик такой, не особо понятно. На Джебус не похоже, потому что наш союзник находится почти в центре, а мы на окраине. И с учетом окраины у меня может быть такой вытянутый узкий респ. Такое частенько можно увидеть. Так, и выход в подземелье. Огромная ставка опять же на эльфов делается. Все с теми двумя кентаврами вожусь, надо оставить там просто единичку, остальных... Ой-ой-ой, еще и кентов подставил дважды под удар. Ну что это за отвратительное ведение боя? Ну как так можно вообще? Не понимаю. И играю всего лишь в три героя. Этого, конечно, очень мало, чтобы нормально тут подзачистить карту. Собирается еще немножко золота. Я, очевидно, во время хода соперника вставил на паузу, потому что у меня тут оно так и записано, я, по сути, ничего даже не вырезал. Ну и партия должна быть записана полностью, по крайней мере, пока я буду жив. Подумываю вернуться и залезть брать склеп. Расстановка отвратительная, но меня спасает то, что склепик оказался маленький. А вот был бы склеп с вампирами, тут сразу бы и эльфы начали теряться. Да, как-то обезбашенно я веду себя на карте, честно говоря. Но золото отбил. Это хорошо. Это не может не радовать. Ну, вот неделька и начала подходить к концу. Ну, в три героя сколько ты тут успеешь разведать и собрать ресурсов? Крайне мало. Но в единорогов выхожу, кстати. Так, ну это хороший вариант. Конечно же, отстраиваются единороги. Нельзя игнорировать такие приятные моменты. Вместо того, чтобы пробежать через камень учения и сэкономить очки перемещения, я его оббегаю и трачу больше, чем нужно. Ну, в общем, невнимательно и быстро стараюсь играть. Взял повышалочку на плюс 1 силы магии. Но в целом, у нас территория разведана даже больше, чем у соперника. А кто это? Зеленый? Убитый, да? С убитым же вроде мы. Как в прошлый раз. Что-то я тут опять подзавис, призадумался. Решил посмотреть, наверное, на фонтанчик Пегасов, на его анимацию здесь. Я помню, что когда вот начинал играть и начинал разглядывать вот эти вот окна городов, то когда смотришь вот этот вот дальний туман, то казалось через определенное время, что он реально движется. Типа ты смотришь на эти горы, там скалы, и этот туман как будто там движется, как будто все живое. Очень прикольно.
Так, тут немножко не сначала начал ход записывать, да? Немножко ложками пробежался, а потом уже главным героем пошел воевать. Обзорочка. Ну, это просто так, ради интереса засветить соседние зоны. Мою зону она слабо заденет. Я, по сути, и без нее тут уже разведал нормально. Ну и плюс для прокачки сойдет, конечно. Но гномов и троглодитов с бихолдерами можно было не брать, если я уж не вожу за своим главным героем другого героя, который бы занимался разгоном главного, то таскать с собой медленных юнитов нежелательно. А я таскаю. Из-за этого шагов могу за каждый ход сделать крайне мало. И из-за этого и развитие идет медленнее, чем хотелось бы. Так, вот сделано. Разведка за счет обзорного дерева. После чего начал возвращаться и опять же главного героя запускать на то, чтобы он был собирателем. Какой же плохой выбор, однако. Но раз уж так считал, то ладно. Можно, кстати, было переписываться во время игры через клавиши, там, F2, F3, F4, там, типа, чтобы выбирать, кому ты будешь писать то или иное сообщение. Но гораздо удобнее через программу Хамачи было всем этим делом заниматься. Единственное, в Хамачи нельзя было, чтобы в одной сети, ну, в бесплатном варианте было больше 5 человек. Поэтому максимальное количество игроков, которые могли играть в одной партии, было равно 5. Но за счет беседы, которая была на 256 человек, можно было собрать в теории даже все 8 для того, чтобы играть. Ну, просто непонятно, кто бы на это согласился, потому что, ну, можно не сомневаться, что данная партия была бы недоиграна. Это долго, а собраться так, чтобы потом всем еще раз было удобно играть, это вообще крайне сложно. Это как ждать, пока все планеты выстроятся в ряд, да? Вот примерно с такой вероятностью и доигровка могла быть. Так, очередной ход не сначала. Передаем ход далее. Так, то ли обрыв какой-то произошел, то ли что-то еще. Там вон камнеруб, и все начинаем переписываться. В одном чатике с убитым переписываюсь, в одном с камнерубом. Эва как? Все, загружаемся. Какие-то проблемы были. Убитый начинал меня там еще и троллить во время игры. Вот ту картинку, которую я открывал, это он там сидел рисовал. Причем как-то он ее там в пейнте сделал маленькой справа, вместо того, чтобы большого размера нарисовать. То есть мы тут играем, а он там еще и рисованием занимается. Такой себе геройщик-художник. Еще и свои картины присылает, чтобы на них посмотрели. Так, Димер, кстати, пришел. Это интересный вариант. От бесплатной метеориточки не хотелось бы отказываться. Слишком это приятно. А с учетом того, что гильдию тоже можно в ближайшее время втыкнуть. То вырисовываются вообще
крайне благоприятные моменты. Постоянно какие-то выменивания делаю ресурсов со своей стороны. Постоянно мне не хватает. А ресурсов-то вокруг очень много. Можно было быстренько зачистить хотя бы вдоль дорожки все самое необходимое и побежать далее. Почему нет? А ведь все эти ресурсы, они могли пригодиться для того, чтобы гильдию магов достраивать побыстрее. Потому что скоро между нами стычки должны пойти. Ну и уже к этому моменту улучшенные эльфы есть. И думаю, с этой маленькой армией пойти сразу же отбивать ресурсы на карте. Даже не дожидаюсь, пока они станут под прямую стрелу. Ну то есть крайне плохо отыгрываю. Вот просто хуже некуда. Ни в коем случае нельзя так делать. Ну, среднего надо... Ну, не так же. Надо было подвести вперед, чтобы потом на следующий ход отдать и отвести кого-то назад. Взял, просто подставил единичку на ровном месте. Еще один крайне нежелательный минус, скажем так. Все, нижний стек эльфов уже заблокирован, получается. Но умудрились разблокировать и, по крайней мере, эльфов не потерять. А то так можно реально доиграться. С такой ерундой. И вторая неделька тоже потихонечку начинает подходить к концу. Забираем клевер фортуны. Грейдятся эльфы. Вот теперь с улучшенными эльфами уже в разы будет проще. Рассматриваю вариант, чтобы добрать дендроидов, как раз гномов и дендроидов. Ну, надо было тогда и троглодитов, если я их таскаю. Ну, вообще, я бы гномов, конечно, оставил. А тут вообще он у меня остается внутри замка. Когда ты остаешься внутри замка, ты должен просто разогнать героя, армию оставить внутри замка, а потом на следующий ход забрать эту армию и езжай, куда тебе надо. Вот почему? Почему не получить нужные очки перемещения? Но я понимаю, что на тот момент я не знал, что такое разгон. Даже не помышлял про это. Это сейчас... Такие моменты очень сильно бросаются в глаза. На то время как-то... Смотришь, вроде все нормально, как и задумано. А то, что ты там на какой-то день больше ходишь или меньше ходишь по очкам перемещения, ты даже как-то вообще не замечаешь. И уж тем более не размышляешь о том, почему так происходит. Надо было по цифрам хотя бы смотреть. Может, цифры как-то бы навели на мысль, что не все так просто, как кажется. Ну и последний день второй недельки. Ничего нового. Вот как с самого начала игры пошло. В плане беготни и собирательств разных ресурсов. Так оно, в принципе, и продолжается. Засел на этом маленьком клочке земли у себя же дома. И развиваюсь себе преспокойно. Кстати, союзник, он толком ничего не разведывает. Скорее всего, он просто сразу же ломанулся в подземелье и все... Текущее его развитие, вот за две недели уже пройденных, оно, судя по всему, именно в подземелье у него и проходит. Такой себе друг-шахтер. Ну, а эльфы тут разбирают. Тут, конечно, уже не столь важно, как ты расставишься.
Поскольку армии очень много. А эльфы так вообще, они в состоянии за один раунд многие моменты тушить. Я рассматриваю вариант с тем, чтобы ехать брать консерваторию, но если она окажется приличного размера, то я могу с нее просто-напросто не вылезти. Так, и тут начинаю перебрасывать какие-то ресурсы своему сопернику. Ой, сопернику говорю, союзнику, конечно же. А то это был бы какой-то троллинг. Соперники бы подумали, ничего себе, они там живут. Они нам еще и ресурсы, золото скидывают. Чё-то тут неладное. Мы тут такими торгашами стали. Что я там, уже муниципалитет влепил, да? Идем к заветному Капитолию, судя по всему. Самая топовая тактика, которую использовали чуть ли не поголовно многие геройщики. И опять размены, чтобы побыстрее искупиться. Ой-ой-ой, а что это за расстановка? Эльфов поставил в средний слот. Я начал интересоваться феншуем и думал, как, типа, по феншую надо расставлять или что? Эх, потерял все-таки одного там вроде эльфа. Обидно, досадно, но ладно. Чу, так если у меня было благословение, я мог там эльфов не терять. А тут можно было и без блага взять. Гномятня оказалась большая, кстати. Вот почему я ставил посредине. Я считал, что посредине эльфы, они тут мне будут больше важны. Я еще и взял их, улучшил. И закрыл после ускорения. Вроде как они должны убегать, но убегать некуда, потому что не открыл им ни одного прохода. Вот. Да нет, кстати, так и не стал открывать. Стоял, просто бодался вблизи, и армии потерял гораздо больше, чем можно было. Можно было еще существеннее снизить потери. Отстраиваются драконы на третьей неделе. И что, теперь займемся улучшениями всех видов войск, я так понимаю. Ну, Капитолий и все виды войск. С большой долей вероятности. Ну, по крайней мере, я бы не удивился. Если бы именно по такой схеме я играл. Тем более, что вроде как у меня... Независимо от шаблона, независимо от расклада, примерно так и игралось обычно. Ну, собственно, почему я и проигрывал. В героях же нет никаких тактик, которые работают всегда. Есть отдельные тактики, отдельные ветки отстройки, отдельные приоритеты там, и тому подобные моменты. И всегда под расклад, под соперника, под то, что происходит вообще в игре, ты должен, анализируя ситуацию, подбирать то, что больше всего подходит. Опять какие-то обрывы, опять грузимся. Это представьте, нас играет сейчас четверо. И нам сколько раз приходится вот так вот загружаться, чтобы доиграть из-за обрывов. То есть у кого-то у одного где-то какой-то баг происходит, и все. И всем надо загружаться.
А представьте, если вас 8 там или еще больше человек. Там вообще можно чуть ли не каждый ход получать разные проблемы. У кого-то свет блынул, у кого-то там компьютер завис, у кого-то выбило ошибку, у кого-то там, я не знаю, кошка по клавиатуре пробежала. И от этого страдают сразу же все. Ну что, переписочка и идет очередная загрузка. Снова каждый вводит свои пароли и садимся на доигровку партии. Последний раз пробуем, написал кто-то из ребят. Постоянные проблемы, видите, с чем приходится сталкиваться? Не, через определенное время, когда вы начнете играть, конечно, вы найдете ребят, которые будут играть часто, у которых обычно много времени, но обычно это ребята все-таки, которые не работают. У работающих и семейных ребят не так много времени, плюс нет конкретного графика, там в любой момент там что-то случилось или что-то срочно надо делать, куда-то вызывают. Даже у школьников, студентов не всегда, скажем так, беспроблемно все проходит, но им как-то попроще. Ну а я продолжаю бегать все так же на своем респе и заниматься мощнением ресурсов. То есть даже не армию коплю, а ресурсы. И по крайней мере, вот что меня радует, кстати, по сравнению с предыдущими играми, которые мы видели, то, что я начинаю строить гильдию магов. Да, поздно. Но с учетом моего скилла подашнего, ну, на большее рассчитывать и нельзя было. Мы с вами видели, что сколько партий было сыграно без нормально отстроенной гильдии. И даже если соперники имели меньше армии, чем я, то они побеждали тупо за счет того, что у них была нормальная магия. Там взрывами закидают, какими-то метеоритками. Там даже экспертными замедлениями, ускорениями, щитами. А я, как не знаю кто, без экспертной магии там бегаю, слабо прокачанный. Только и того, что там можешь подсобрать побольше армии за счет того, что ее толком нигде не тратишь. Так, проверил величину толпа грифонов. А, я тогда еще не использовал плагины, которые пишут от скольки до скольки находится в охране. А это очень удобно, кстати. Ну и ресурсов мне хватает, кстати, на четвертую гильдию. А вот на пятую будет нехватка, и с этим надо что-то делать. Даже не походил всеми героями, ну надо же. То есть вы представляете, насколько нубасу много, когда у тебя есть 4 героя. Ты даже не знаешь, чем их занять. Да, интересно занять. И Капитолий, конечно. Все, я думаю, мы тут уже выиграли. Навряд кто-то еще из ребят построит Капитолий. Это все шуточки. Ерунда. Ну, прилив по золоту начинается, конечно. И с учетом того, что обычно на втором месяце как раз идут стычки с соперниками. Может, хоть успею к тому моменту подскупить армии к финалочке. С убитым там переписочка тоже идет.
Так, идет небольшая распродажа. И я собираюсь накопить золото, да? Да нет, ну... Чтобы нормально выменивать ресурсы, надо много городов в каждом городе впихнуть рынок. И чем больше этих рынков будет, тем более выгодно вам будет все это дело выменивать. Тут скоро второй месяц начнется, а я только собираюсь со своей стороны заниматься грейдом, дорогим причем грейдом драконов. И сдается мне, что когда придут ко мне соперники, у меня просто-напросто не хватит армии для того, чтобы... Ой, армии. Ну, в принципе, да, армии, потому что мне не хватит золота на ее выкуп адекватный. Вот это вот, пожалуй, наши серьезные проблемы, с которыми придется столкнуться. Ну, ход за ходом идет, а мы все так же бегаем, ресурсы отбиваем. Я все никак не могу загрейдить драконов. Уже, казалось бы, чуть-чуть не хватает, не выдержал. Решил выменять самоцветы, но только чтобы уже были грейженные драконы. И серу запускаю. Нас пятеро? А вот тут я не понял, мы играли в пятером? Серьезно? А чё у меня четверо-то только указаны? А ну-ка давайте я перепроверю. У меня написано мастер камнеруб, убитый и я. Это четыре человека. С нами какой-то наблюдатель, так что ли? Кстати, было бы неплохо, если бы придумали режим наблюдения в героях. Чтобы игроки, например, играют друг с другом, а кто-то, например, у него полностью открыта карта, ну, какой-нибудь комментатор, да, мог зайти в эту игру, полностью наблюдать, перемещать камеру и отслеживать то, что происходит. Прикольный момент. Конечно, правда, непонятно, как бои смотреть. Типа в этом режиме надо нажать на того героя, у которого идет бой, чтобы типа открылось его же окошко с битвой. Ну, типа просто чтобы копировалась картинка, та, которая показывается этому игроку. Тут, кстати, камнеруб пришел к убитому. И, судя по всему, камнеруб сначала убьет убитого, а потом придет и по мою душу, так что надо готовиться. В общем, хватит заниматься ерундой, надо заниматься скупкой. Вот то, о чем я говорил. Из-за медленного развития, пока соперники там уже утопии собирали и нормально чистили всю карту, мы занимались ерундой. Поэтому вынести нас им будет, ну, проще простого. Они прокачаны лучше, у них статы выше, у них армии больше. Потому что ты же армию еще и на карте можешь получать. Можешь собирать улики, собрать огромный стек виверн. Можешь собирать консерватории и собрать огромный стек тех же ангелов. Ну вот, уже идут. Это, знаете, как затишье перед большой бурей. И ты видишь, как тебя идут убивать. Так, тут мой союзник. Я вот ему передаю небольшую часть армии. Ну, типа, армия, которая мне не нужна. Свою армию при этом побаиваюсь отдавать ему. А, вампиров даже он мне отдал. А что я с ними делать буду? Не-не, вампиры это слишком. У меня нет слота для него. Ну вот серьезно, толку с этого? То есть мы такой ерундой реально сейчас страдаем.
встретились два джентльмена, на, забери мою армию, да нет, ты бери, не-не, я не могу взять, ты возьми, да я тоже не могу взять, ты возьми, и такая вот билиберда. Ну, в целом, убитый передал нам немного армии. Придумать этой армии надо какое-то применение. Может, раздать ложкам, но опять же, видите, я не прокачивал никаких магов. Вот если бы раздать реально магам, эти маги... Что я делаю? Нет, не выходи. Иди, искупайся. Скупи побольше армии и дай нормальный отпор. Тут без шансов, ребят. Нет, там и так без шансов, даже если я дома засяду, но так хоть какие-то шансы останутся. Ну, типа, посильнее отпор дать. Мы хоть на какую-то финалочку посмотрим, которая не один раунд может будет идти. Ай-яй-яй, Гриндан. Гриндан пришел, красава. Опять же, подтягиваю еще армию. Ну, короче, это бред. Это отдача партии на ровном месте. Ну, может, в принципе, устали. Может, тупо устали уже играть и, типа, решили пойти на завершение игры, лишь бы... Оппонент, кстати, не дотянулся пока. Так что наше убийство откладывается на более поздний срок, судя по всему. А у нас есть вариант сбегать и попробовать взять утопию. Вот, кстати, под утопию можно использовать тот аджор, который нам дал соперник. Почему бы и нет? И посмотрите, второй месяц у меня до сих пор нет экспертной магии. Ну вот как можно так по-нубски играть? Ну вот как? Ну, без экспертной магии, ну, не получится вообще даже с более сильной армией адекватного, серьезного игрока переиграть. На магии там можно такие армии разбирать соперника. Да, очень плохо, в общем. Все очень и очень плохо. По-другому и не скажешь. И купил, кстати, Гриндана. Ой, да уже кого-нибудь. Ну, это уже все. Нам осталось, по сути, одну финалочку посмотреть. Тут затащить уже по-любому нельзя. Ребята сыграли, ну, просто достойно, хорошо. А вот мы как-то, ну, очень слабенько. По-детски, можно сказать. Типа на нас идут, знаете, такие серьезные ребята вооруженные. А мы набрали пистолетики воды и будем по ним брызгать и смеяться с них. А они будут в недоумении переглядываться между собой и крутить пальцем у виска. Ладно, давайте посмотрим, что дадут в утопии. Было бы неплохо получить хотя бы что-то на статы. Или шапочку, может, на 5-й уровень. Или книжку земли. Плохо, что нет экспертной магии земли, но это уже другой разговор. Доспехи, нару... Кстати, мечик неплохой дали. Мечик, нагрудник, ну, чуть-чуть, хотя бы чуть-чуть.
Этого все равно недостаточно, к большому сожалению, слишком слабо я прокачан. Но я рад, что хотя бы утопию умудрился я на то время взять, а то как-то вообще ни о чем. А с утопкой, глядишь, уже галочку себе поставил, взято. Типа то, что ты хотел сделать, пока ты жив, вот, пока тебя не убили. Взять утопию и смело ставишь эту галочку. Как пройденный этап, твоя мечта сбылась. И соперник берет наш замок. Я не успел эту армию дотащить. Он ее сейчас убьет внутри замка. Самое банальное, ребят, что здесь я бы не сказал, что мега много армии. Да, ее здесь достаточно. Да, у него наверняка есть какая-то... Да, вот, экспертный воздух уже как минимум он спалил. Будь у меня вся армия, будь у меня экспертная магия и адекватно здесь сыграй. Ну, в общем, обыграть соперника здесь не так уж и сложно было бы. Но не судьба. Не с таким скиллом, ребят. Ну, я даже не удивлюсь, если он тоже отыграл, ну, не в полную силу. Понимая, что ты играешь против нубасов, типа так, на расслабоне, там, в удовольствии, отдыхая. А что, я там затупил, что он мне писал? Долго стоял, наверное, да? Может, где-то отвлекся? Такое. Хотя, опять же, в 22.50 куда это так отвлечься-то можно? Ну, хотя даже больше, наверное, это в 22.50. А, там предыдущие бои шли еще. То есть в 11, начало 12, вот так вот. Где-то финалочка в итоге произошла. Но не последняя. Последняя вот у нас только готовится. Она сейчас тоже должна пройти. Особо ничего не меняется. Запускает он ложка для того, чтобы проверить, что у нас тут есть по армии. Это, кстати, правильное поведение. Нужно сначала разведать обстановку, чтобы знать, с чем тебе предстоит бороться. Немножко ослабить за счет магии, если такая возможность есть. А потом уже добивать главным героем. О, тунику подарил. Но правда она на нас не оденется, потому что у нас другая одета. И все. А вот тут уже, ребят, полноценная финальная финалочка. Соперник встает поближе. Ну и в принципе все, что ему тут надо сделать, это эксперт ускорения, врезался и все. И дальше у меня остаются только огрызки. А, он решил поиграться. Ну короче, он решил побаловаться немножко. Или может по статам у него не все так хорошо, что он побаивается типа высокой атаки, которая у нас есть. Накидываю благословение на эльфов. Через прожег его стрелков, которых он пытался закрыть. Вырезает моих драконов, причем делает это легко и непринужденно. Пишу сопернику, что он не дал мне пополнить ману. Ну, честно говоря, бегая вот так вот одним героем по карте... А как ты вообще умудрялся пополнить ману? Там соперник в любой момент к тебе прибегает, а тебе дня три бежать для того, чтобы просто сесть в замок. Потом тебе целый день надо для того, чтобы пополнить эту ману, чтобы следующий день настал. Это сопернику надо просто ходы пропускать и ждать, пока ты сделаешь то, что ты хочешь. Как раз для этого люди придумали цепочки из героев. Чтобы главного героя где-то разбить, напасть, избежать, выкупить в таверне, а армию довести другими героями, передавая от одного другому по-быстрому.
в течение одного дня все это дело быстро происходит. Ну все, чистейшая победа камнерубам. Поздравляем команду соперников, мастера и камнеруба. Ну а убитого тоже поздравляем с тем, что он был в нашей команде нубасиков. Не удалось нам создать какой-то конкуренции. Ну, как говорится, что могли, то показали. А могли немногое. Так что спасибо на том, что есть. Ну что, ребят, надеюсь, чем-то данное видео вам было интересно. Возможно, кому-то было просто интересно, каким нубасом был Армаг, с чего все начиналось. Кто-то, может, какие-то интересные моменты для себя здесь взял. Кто-то, может, просто поностальгировал о тех временах, когда герои находились совершенно на другом уровне. Ну, у меня на этом все, ребят. Всем спасибо за внимание. Пока. Подписывайтесь на канал и ставьте лайк, если видео понравилось. Пишите побольше комментариев. По возможности постараюсь всем отвечать. Пока вас не очень много, в общем-то, отвечать вам несложно. Ну и добавляйтесь в группу ВКонтакте и в наш чат в ICQ. Ссылочка на него будет в описании. Все, всем пока, удачи!